назад она уже точно знала, какой мужчина ей нужен. Он обязан быть платежеспособным. Но все ли сбылось так, как она мечтала? Ну, тоже надо уже, наверное, задуматься и выбрать старого пердуна. И что предсказали Алене Водонаевой эксперты «Человека-невидимки»? Это будет целый калейдоскоп мужчин, но брак будет один. Какой? «Человек-невидимка». В пятницу 19:00 на ТВ3.